Сейчас мы будем отправляться на озеро Рот. Давайте оценим соперника. Белый бас, килограмм, чукучан, примерно полтора, это мелочь. Красногорная форель, килограмм, родиная форель, тоже примерно там 2 килограмма. Солнечный крепкий, полтора килограмма, черный крабик тоже небольшой, с ним мы уже знакомы. Значит, теперь нам нужно сформировать наживки. Земляные черви, живец, белый чукучан. Очень странная рыба. Вот здесь вот в описании, как я уже говорил, есть те наживки, которые указаны в описании, есть секретные. Он очень хорошо клюет на корм для домашних животных. Этого мы поймаем. Форель, муха, паденка, кузнечики и любая из икры. В принципе, ну крапи понятно. Живец муки. Давайте посмотрим, что у нас по этому. 20 из 20. Тут у меня рогалик лежит. Значит, сыр мне там не нужен. Тесто, хлеб, навозка. В принципе, навозка. Куски рыбы мне там не нужны. Перловка мне там не нужна. Хлеб, тесто, лучше оставить тесто. И взять больше таких наживок, которые форелевые. То есть форель берется хорошо на муку. Кузнечик у меня есть, сверчки, искусственная икра. Вот это, в принципе, форелевая наживка. Кузнечики, сверчки, все вот это все отлично. Также у меня есть миссии на заботливый рыбак Рокки. Нужно снарядить безбородочную весну, безбородую. Вот. Это очень важно, потому что без этого мы эту миссию не закроем, а она очень вкусная. Это МРА, приманки, плюсные безбородые колебанки, безбородые вертушки. Давайте посмотрим безбородые колебанки. Безбородая устая. Вот, по-моему, вот этот вариант нам нужен. Потому что это уже идут тяжелые, это идут легкие. Давайте я возьму вот такую вот. И возьму безбородую вертушечку. 2 года. Теперь мы полностью готовы. Нужно отслеживать миссию любую. Теперь нам нужна лицензия. Лицензия здесь не дешевая, но мы все отбиваем. Можете мне доверять. То есть мы потратили 2600 на то, чтобы приехать на водоем. Сразу мы получим какую-то часть за то, что пришли на водоем. Там какие-то крохи платят. Может, 300 кредитов нам дадут. Ну, 350. Для данного уровня тоже очень приятно. Сразу ставим подставочку. Надеваем маленький крючок. Точнее, нет, мы сначала оденем четверку и будем ловить белого чукучана. Сразу. Белый чукучан у нас водится вот примерно здесь. Нет. Там, где начинается ямка, вот самый край.
Вот, возможно, да, возможно, здесь. Глубина на Чукучана лучше, ну, то есть сделайте максимальную. Так, ждем Чукучана, а ловить форель мы будем на безбороду узкую десенку. Ну вот, наверное, наш Чукучанчик клюнул. Да, белый чукучан. Так, ну вся остальная рыба у нас будет немного попроще. Крючочек я поставлю самый маленький. Глубину половинчатую. И вот буду прям дать животную насадку типа червя. Все, что не поймается на червя, буду ловить на хлебную насадку типа теста. Все-таки надо было делать подсечку. Странно, поплавок не утопили. Тут на переходе, где яма заканчивается, очень хорошо берет форель. Яркий этому пример. Давайте я скорость чуть-чуть повыше поставлю. О, вот видите, ступенечка, средняя скорость и сразу пошло дело. Всегда надо всеми возможными типами проводок пробовать. Ой, отлично, сразу белый бас пришел. Это вот после чукучана, наверное, самая неприятная рыба, которая может долго не ловиться. А остальное это такое. Ну, опять же, 300-граммовая форелечка. Ну, солнечника. Еще крапи бы достать. Крапи, наверное, на живца кинем и потом последнюю на тесто, что я не достану. Так, ну крапи в такое время суток он стоит под водорослями,
Водоросли у нас вот. Щит. Видите, я отсюда, где видно, я поставлю меточку, чтобы просто понимать, сколько близко или далеко мне надо забраться. Чуть дальше буйка. Примерно вот здесь. В теории должен сидеть крапля. Но повозиться придется долго. Вот видите, рыба весом там менее килограмма, я думаю, где-то форель грамм на 700. Но тягать она будет долго и прыгать. Здесь еще удилище такое, что очень негибкое, то есть жесткое. И леска нерастяжимая. Поэтому такая комбинация, конечно, вот она идет в берег, я пытаюсь, но вот она все равно, рыба быстрее, чем я. Видите, бывают сходы. Я его прям тут ловил в прошлые разы. Видите, в прозрачной воде я уже вижу, как рыба подплывает. Отпустить. И мне надо поймать золотистую и радужную. Отпустить, и у меня закроется миссия. Так, у меня здесь поклевочка, я ее реализую, наверное. Да, вот черный крапель. Вот так, в принципе, и должно было случиться пораньше. Ну, а теперь на тесто я поймаю золотистого шайнера. В принципе, на этом будет миссия закрыта. Я уже начну ловить хворель. Ну, конечно, сейчас пойдет черный крапель и на хлебные насадки, когда он уже мне не интересен. Давайте попробуем шайнера отсюда взять, из-под куста. Это, в принципе, рыба, которая любит под кустами прятаться. Может. Ну, у меня здесь шайнер клюет, как обычно, но я не могу. Не хочу терять форель ради шайнера. Или... Шайнера я еще пойму. Или быстренько подсечь и вытянуть. Не дай бог не шайнер, будет обидно. Ну это, конечно же, шайнер. Мне не так обидно. Квест я забыл. О, безбородочный крючок не дал. А почему я так рад безбородочному крючку? Потому что на безбородочные снасти дают увеличенный опыт. Не знаю, конечно, на сколько, но процентов на 15, наверное, это так. Поэтому то, что вы там будете тратить на такие снасти какие-то бейткоины мизерные, там 2, 3, даже там, ну даже 10, не жалко потратить. Потому что именно для новичка, чтобы качать уровень, это очень профитно. Что-то крупнячковое, кстати. Радужная форель. Мне ее надо по квесту отпустить. Давайте я включу эту миссию, чтобы понимать. Понимаете, отпустите радужную форель. Красноворлов форель. Мне осталось поймать золотистую, поймать и отпустить золотистую форель. Значит, на безбородочную, да? А, просто поймать и отпустить. Так хе-хе-хе. Я же там могу еще вот эту закинуть снасть. Значит, крючок номер 2. На муху. Я думаю, что на икру она
сейчас не так хорошо ловится, как на муху. Делаю глубину, ну вот прям глубину, кидаю, вот прям кидаю, метров на 40, а пусть даже на вот туда. Эта форель у нас уже была отпущена. Так, ну вот, 10 уровень. Сколько всего доступно? О, уже титановые поводки стали доступны. Но это из-за того, что открывается водоем, в котором водится уже опасный соперник, который может перекусить леску. Вот примерно здесь обитает тоже уникальная золотистая форель. Давайте попробуем ее отсюда выцепить. Глубина здесь, наверное, не 2 метра. Давайте я немножко сделаю вот так. 2,20. С того дальнего спота она там точно есть. Во всех видео, где ловят уникальную золотистую вот эту скальную форель, ее ловят, прям забрасывают к той дальней скале. Давайте попробуем на вертуху ее поймать. 4 грамма, но у меня минимальный на 5 грамм, но это разница небольшая. Забрасывать будет хорошо в любом случае. Да. Вот видите, на вертушку она зашла. Значит, этот квест мы выполнили. Сейчас я поймаю, что здесь у нас поймалось. Ух ты, прям вот так, прям хорошая форель. И поснимаю метки. Эти метки мне пока уже не понадобятся. Пойдем выполнять последнюю миссию. Миссия «Заботливый рыбак Роки». Значит, нам надо поймать 10 рыб, перейти вот сюда. Значит, мне нужно сделать ступенчатую проводку. Ну, вроде что-то и так поймалось. 99% что это форель. Вот видите, начинает за камни ныкаться. Пытаться мне за леску запутать, улететь в небо пытается. В этом вся форель. И, кстати, по-моему, золотистая таки попалась. Я ее там искал. Ну, бывает. Очень долго она вот эти свои танцы устраивает. Буду ее в свою сторону дергать.
Может, так быстрее получится. Эх, ничего не приходится. Отпустите рыбу. Все, я выполнил задание. И что, миссии? Остались только Эмеральд.